Значит, тот, кто принимает на работу, должен обязательно собрать подробнейшую информацию о кандидате. Для этого существуют частные сыскные агентства, консультанты, и пока нету информации подробнейшей о человеке, его на работу брать не надо. Ну, это касается не всех. Магазины чем-то торгуют, ну, приняли продавца. Что он может, какой вред принести? Деньги украсть, товар продавать не так, как хотел, что-то еще. А серьезные фирмы, там, где новый сотрудник может принести вред, должны обязательно тщательнейшим образом его проверить.